Группа Бис снова на грани распада. Ребята отменили несколько концертов в разных городах России. Их уже не увидеть на светских тусовках. И даже желтая пресса все чаще говорит о том, что в коллективе остался всего лишь один блондин. Одного из нас решили похоронить. Сказали, что меня сбила машина, и насмерть, и все вот такое. А на самом деле причина переноса концерта, она, конечно, была связана со здоровьем, пусть не столь глобальная она была. На самом деле была ангина, так как мы даем концерты вживую, из-за ангины пришлось немножко передвинуть это дело. We'll be right back.